многие водители не знают как не надо менять ГРМ да да друзья замена ремня ГРМ казалось бы простая процедура но даже тут можно накосячить дай боже возможно наш сервис и сам не без греха но все чаще мы встречаемся с гаражной или некомпетентной заменой история такая автомобиль Opel Astra G с мотором A16XER мощностью 115 лошадиных сил Парень не так давно его купил и поменял ремень ГРМ, как делают многие после покупки. Поездил он на ней, поездил, ну и приехал к нам. Жалуется на то, что ему вроде бы кажется, что машина плохо тянет, вяло разгоняется, что по его субъективным ощущениям она должна быть пободрее. Ну не знаю, чего ты от нее хочешь? Чтобы она превратилась в Форд Мустанг? Ну тогда ты не туда приехал. Ладно, это все шутка. Ну а так, пожалуйста, всегда, пожалуйста, как говорится, любые проверки за ваши деньги. Первое, что всегда приходит на ум, когда машина не тянет, это забитый катализатор. Хотим проверить катализатор, но владелец заявляет, что каталик удален. Ага, так, думаем, думаем. Ну, следующая причина это, конечно же, несовпадение фаз ГРМ. Начинаем проверку подключаю осциллограф к датчику коленвала и двум датчикам положения распредвалов. При проверке клапана системы VVTI не отключаю. И мы получаем вот такую картину. Находим в интернете эталонную осциллограмку, сверяем их и видим, что у нас фазы с эталоном не совпадают. И тут возникает вопрос, а может надо клапана VVTI все-таки отключать при проверке? Но на этот счет до сих пор ни у кого нет единого мнения. И как снималась эталонная осциллограмма тоже неизвестно. В общем, мы решили все оставить как есть, решили поверить, что у нас фазы не совпадают и проверить визуально положение распредвалов. Снимаем клапанную крышку, проверяем метки, выставляем первый поршень ВМТ. И смотрите, визуально вроде бы кажется, что все ровно. Но, во-первых, смущают вот эти красные меточки на валах и на фазиках. Видно, что здесь уже кто-то что-то колхозил. Дело в том, что при установке валов на этих моторах применяются специальные приспособы. Одна для фиксации коленвала, другая для фиксации распредвалов. Ну, по сути, это просто пластина. И приспособы для фиксации фазовращателей относительно друг друга. Устанавливаем колено в МТ, Ставим приспособу в распредвалы. И смотрите, четко видно, что выпускной вал у нас не попадает в паз. Принято решение переустановить валы как положено. Процедура это не быстрая, занимает несколько часов. Но итог, все метки выставлены правильно. Машина тянет как зверь. Ну как, чуть побыстрее Ланоса. Короче, Мустанга у нас все равно не получилось. Кстати, до нашего автосервиса он заезжал в два автосервиса и просил проверить ему метки. То есть, как ему кажется уже, он уже предполагал, что что-то не так с метками. В обоих автосервисах метки проверили, снимая крышку клапану. Проверяли метки и все ему сказали, что все с метками нормально. Я не понимаю, неужели трудно вставить вот в эти, вот в эти пазы в распредвалах пластину какую-то, уголок металлический? То есть тут не надо покупать эту приспособу, можно просто вставить железный уголок и проверить. Но ну нет, никто этим не заморачивается. Все визуально смотрят и говорят: у тебя все нормально, метки совпадают. А здесь, смотрите, буквально, не знаю, там на полградуса, да, может на один градус поворот. Хотя мне кажется, это больше одного градуса. И все, у нас уже мотор работает не так, как положено. И человек это как-то заметил. Видимо, все-таки ездил на таких автомобилях. Возможно, знает, как он действительно должен ехать. Вот такие вот дела, ребята. Всем пока.